По предварительным данным, 12 февраля 2022 года на 31 километре 600 метров автодороге Приморское полукольцо водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем марки МАЗ снегоуборочной машиной, осуществлял чистку технической полосы и совершил наезд на припаркованный автомобиль марки Citroen. В результате наезда водитель 1963 года рождения, который производил ремонт транспортного средства, с места дорожно-транспортного происшествия доставлен в СМП города Калининграда с телесными повреждениями.